Это вообще опасный момент и, по-моему, предмет бесконечных обсуждений. То есть воспитание детей, на мой взгляд, если мы про школу говорим и даже детский сад, то там люди сначала получают профильное образование, где объясняют, что с детьми делать, как они на что реагируют, что ты должен, как, что в ответ. А детей рожают-то все подряд, в том числе, не побоюсь такого слова, дебилы полные. И эти дебилы потом их в кавычках воспитывают, выращивая себе подобных. Это змея, кусающая себя за хвост, и никакого выхода из этого нет. Потому что у вас не образов... у вас даже мозга нет элементарного. Хватает только на то, чтобы этих самых детей зачать и родить. Что с ними дальше делать, не понимают. Как это забороть, я даже не знаю.